Как видят мир разные животные. Сова. Самая известная птица с хорошим ночным зрением – сова. У этих обитателей живой природы огромные глаза и большой зрачок, который, если в глаз попадает много света, сжимается, если мало – расширяется. Глазные яблоки совы занимают практически всю черепную коробку. Из-за своих больших размеров они не могут вращаться в орбитах. Но этот недостаток искупает исключительная подвижность шейных позвонков. Сова может поворачивать голову на 180 градусов. Кошка. Кошки отлично видят вдаль, но не способны сфокусировать взгляд на близко расположенных предметах. Зато в темноте пушистые любимцы видят в 6 раз лучше, чем человек. В темное время суток зрачки кошки сильно расширяются, достигая 14 миллиметров. А вот в яркий солнечный день сужаются, превращаясь в тонкие щелки. Это происходит потому, что обилие света может повредить чувствительные клетки сетчатки. А имея такие узкие зрачки, кошачьи глаза хорошо защищены от ярких солнечных лучей. Лягушка. Для лягушки глаза – главный орган чувств. Эти животные видят только движущиеся объекты. Чтобы рассмотреть неподвижный предмет, ей самой необходимо начать двигаться. У лягушки почти 95% зрительной информации поступает сразу же в рефлекторный отдел. То есть, видя движущийся предмет, лягушка реагирует на него молниеносно, как на потенциальную пищу. Обезьяна. Всматриваясь в глаза обезьяны издали, трудно определить направление ее взгляда. Хищник, решивший подкраться к обезьяне, не может понять, смотрит ли она в другую сторону или заметила его приближение и сейчас бросится на утек. Отличное зрение позволяет обезьянам видеть вдаль так же, как человек. А вот вблизи они могут разглядеть такие мелкие детали, которые наше зрение не улавливает. Корова. Вопреки распространенному мнению, коровы и быки не различают красного цвета. Многие уверены, что во время корриды быка раздражает красный плащ тореадора. Но это не так. Быка раздражает не цвет, а сам факт движения. Поскольку быки еще и близоруки, то мелькание тряпки понимается ими как вызов и агрессия со стороны противника. Тигр. У тигра бинокулярное зрение. Этот хищник смотрит на предмет обоими глазами. Для того, чтобы видеть далеко и точно, глаза тигра посажены близко друг к другу. Змея. Змеиные глаза не отличаются остротой, потому что покрыты тонкой прозрачной кожистой пленкой. Она придает взгляду змеи неподвижность и холодность, которые так пугают людей и рождают мифы о гипнотической силе змеиного взгляда. Собака. Собаки не различают красный, оранжевый и желтые цвета, зато отчетливо видят синий и фиолетовый. Хорошо видят на расстоянии не ближе 35-50 сантиметров. Более близкие предметы выглядят для собак расплывчатыми и бесформенными. Острота зрения у собаки составляет примерно 1/3 от человеческой. Зато их глаза устроены таким образом, что они с легкостью могут определить дистанцию до объекта. Теперь вы знаете, как удивительно смотрят на мир разные животные.